Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется способ крепления багажника на велосипед в том случае, когда рама не предусматривает такую возможность. Мы будем вам сегодня наглядным образом показывать о том, как на велосипед, у которого отсутствуют специальные крепления, специальное отверстие под багажник, на заднем треугольнике рамы, мы установим сюда специальную бонку, которая потом позволяет элементарно установить багажник, тем самым сделал велосипед из горного в дорожный. Этот процесс довольно-таки трудоемкий, но он выполняется качественными инструментами для того, чтобы ваша рама от этого не пострадала в последующем. Смотрите наш. Продолжение нашего обзора по поводу установки багажника на велосипедные, на раму велосипеда. Хотим продолжить и показать вторую часть нашего марлезонского балета и показать, как это все выходит в итоге. То есть на раме, у которой не было отверстия под багажник, теперь стоит бонка, установленная нашим мастером-механиком третьей категории магазина «Велавива» на бульваре Перова, которую можно установить уже болт, при помощи которого закручивается багажник. Если вас заинтересовала информация о нас, обращайтесь. Всегда будем рады.